Друзья, всем огромный привет! У нас в 9 часов обещали, что будет солнышко по телефону, но его нет. А у нас закончились фрукты, хочу пойти их купить, потому что ну уже совсем пусто. 9:06, а солнышко все нет. Ну ничего, пойдем и разберемся. Так, а я еще заодно иду в аптеку, буду лечиться. У меня был такой, как насморк, не насморк. В общем, что-то капало. А теперь, как оно с носа, пошло немножко в бронхи и кашель пошел. Проконсультировались с врачом. Врач там назначил какие-то лекарства. Сейчас иду их покупать. А Владик у меня как делает? Он смотрит в интернете сравнение цен. И там, где дешевле в аптека, он делает онлайн-заказ, и это еще дешевле получается. Говорит, ну, есть там дешевле, но оно далековато. Я говорю, далековато? Давай, говорю, хочу пойти немножко еще и прогуляться. И там рядышком АТБ, заодно зайду и куплю фрукты. Это не значит, что в той аптеке именно всегда дешевле. Нет, оно как-то у них меняется. По-разному бывает, поэтому всегда делаем сравнение цен и идем. Ну и гарантированно, что оно не закончится. Это лекарство. Какое лекарство, не спрашивайте, потому что я никогда не говорю, чем я лечусь, потому что это все индивидуально. Кто-то послушает и скажет, о, и я, а ему не подойдет. Поэтому только консультация врача. Назначение врача после анализов. Берегите свое здоровье и не глотайте все, что не попадя. Так, подхожу уже к аптеке, сейчас возьму лекарство и потом зайду в АТБ. Стою в очереди, смотрите, тут шампунь Биокон есть, сыла волосся по 50 гривен 80 копеек, противопадение. А я как-то вот в аптеке не всегда обращаю внимание на вот такие вот полочки. Когда-то детскими шампунями любила мыть голову, кря-кря у нас было. Я, наверное, киви возьму 49,95. Такой хороший киви. Так, еще груша есть по 27, по 35. Вот это 27, вот это 35. А я все-таки хочу яблочки взять, потому что хочу яблочки взять. Golden по 12. Что тут еще? Сортовое по 9,95. 95. Смотрите, какие хорошие яблочки. Сейчас я их возьму. Смотрю сок. Думаю, что так? Везде по 40 с лишним, а тут этот. А они объем уменьшили. 1 литр 43. Ну, я возьму. Томатный сок. Томатный сок мы любим. Так, идем дальше. Я бы 14,20 вот такой вот в торбочку кинула. Так. Кинула вот по 36,50 вот такой вот сыр копченый. Помните, раньше колбасные были? Сейчас гляну срок годности и можно брать. Нормально. Давно я такой не покупала. Пока готова. Помнила, почти 41 гривна. Вот эти рушники возьму, бо я не знаю, когда я поеду в эпицентр. Посмотрим, какие они, эти рушники. Так, и для мытья посуды что-то пойду тоже гляну. О, что-то тут такое всякое. Ну, это такое. Не хочу на мелочевку обращать внимание, а то точно что-то куплю. Так, а что я тогда хотела? Стоп. О, вот такое вот.
Экогель. Экогель для мытья посуды. Вот хочу его взять. 44,20. Ну что, посмотрим, что за экогель. С яблочным уксусом. О-о-о. Так, мне еще станочки надо. Вот я по 32,60. Тут два штучки. Вот такие вот возьму. Вот не люблю я ездить с вот этими корзинками. Я больше люблю, которую ты в руках носишь. Ты тогда контролируешь вес. Так что пора идти на кассу, бо сейчас как нагребусь. А потом не буду знать, как это все дотащить. Салфетки Вологи, своя линия. Кстати, для уборки, если что, их можно брать. Хи-хи. А какая цена? Не знаю, какая цена. Так, все, мои хорошие, идем на кассу. А у нас в новостях говорили, что в АТБ уже не будет Рошен. Когда смотрю, есть. Говорят, договор с ними не подписали. Ну, еще говорили, что пока остатки продают, а нового договора с Рошеном АТБ не заключила. Ну, не знаю, посмотрим. Будем с вами на кассу теперь. Вот, что я и говорила, набрала еще дурень мыла. Да, 234 гривны все купила. Сейчас буду чапать домой, нести вот эту торбу. Я взяла киви, но они немножко вот такие вот туговатые. Поэтому пока поедим яблочки, а киви полежат. И будет как раз оно. Потому что пыталась выбирать, все они какие-то плотненькие, плотненькие такие. У нас вот эти вот бигборды кругом висят. А я что-то боюсь ходить. Ну как, тут не пройдешь, видите, все равно под ними надо идти. А как-то так оно... Как-то так оно не очень. Так, ждем светофор. Ты проходишь, и он у тебя над головой. И на каждом перекрестке, боже мой. Города толком скоро не будет видно из этих бигбордов. Вот вы знаете, все познается в сравнении. Я как-то показывала, что я иду по городу, мне написали в комментариях, ой, у вас чистый город, пусть там дома там не крашеные, все там еще что-то, но нет мусора. А знаете, вот пока не написали, ты этого не замечаешь. Ну, ты считаешь, что так и нужно, так и надо. Я не помню, за какой город писали, но вот видите, у нас все убирается, все хорошо. Я не помню, за какой город мне писали. Не хочется людей обидеть, и в то же время, ну, не помню. Говорит, а у нас мусор, говорит, валяется. Думаю, тю, ну, нет, вот я иду. Все как есть, так есть. Хотя бывают какие-то нехорошие люди урну перевернут. Бывает такое. Ну, а так, в принципе, там он что-то убирает, женщина. А, воду с этого, там рельсы, стрелочка, чтобы трамвай поворачивал. А она, это что я борщ насыпаю, она этим воду черпает. Половником. А, с лючка там, да. Сходили с вами в аптеку, сходили мы с вами в АТБ. Прогулялись немножко по городу. Так, ну что, мои хорошие, сейчас я уже буду идти домой, буду заниматься лечением своего бронхита, а мы с вами обязательно увидимся в следующем видео. Всем здоровья, мои хорошие. Ну, покупочки с АТБ вы видели, когда мы делали эту закупочку. Поэтому всем пока-пока. А вы знаете, солнышко таки пробивается. Посмотрим, как будет. Ой, главное, чтобы дома было тепло, солнечно и уютно.